17 августа – памятная и скорбная дата в истории Ненецкого округа. В этот день, в 1942 году, у острова Матвеев погиб караван судов, в их числе буксирный пароход «Комсомолец». И уже по традиции работники морского порта вновь собрались вместе, чтобы отдать дань памяти героям. 16 августа 1942 года из поселка Хабарово в Наринмар вышли буксирные пароходы «Комсомолец», «Норд» и «Камелес». «Норд» буксировал неисправный «Камелес» и лихтер Ша-500. Буксирный пароход «Комсомолец» – баржу П-4. На последней находилось 300 человек, большинство из которых были заключенными лагерей Норильстроя. Экипаж «Комсомольца», вчерашние ученики Таня Котова, Граня Кулишская, Виктор Емельянов, Владимир Верещагин, Виктор Морозов и радистка Саша Кожевина. 17 августа в 2 милях от северного побережья острова Матвеев в Баренцевом море караван атаковала германская подводная лодка. Лихтер Ша-500, баржа П-4 и буксирный пароход «Комелес» были потоплены. Буксирный пароход «Комсомолец» загорелся. Раненая Саша Кожевина успела передать тревожную радиограмму. Пароходу «Норд» удалось уйти. Из 710 человек пассажиров и экипажей спаслось только четверо. Среди них кочегар Лазарь Хозяинов. Ну, он так скудно рассказывал, как все это было, потому что им в свое время, после этой трагедии, им как бы вот в НКВД, он говорит, что давали подписку о неразглашении вот этой истории всей, и они боялись много рассказывать. Вот. А почему? Ну, вот, не знаю, потому что с чем-то было связано. Потому что заключенных везли, там 245 человек заключенных было. Всего за годы войны погибли 120 работников Печорского порта. Каждый год сюда, к памятнику на мемориальной плите, которого имена погибших, приходят работники порта. Помнить нужно всегда погибшие судьбы, загубленные жизни, сколько унесла война и прочее. Это, конечно, наша жизнь, наша история. Нужно это поддерживать и передавать молодежи. То есть как бы забывать нельзя. Эти трагедии и не допускать, конечно, повторения. Памятник экипажу парохода «Комсомолец» установили в ноябре 1968 года. У постамента в виде пароходной рубки, на котором адмиралтейский якорь, всегда цветы. Любовь Пермякова, Роман Делимарский, телеканал «Север».